Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур. Мы начинаем прохождение Джорни, то есть это будет уже вторая серия, первая была первым взглядом, как вы знаете. В результате я спросил, нужно ли вам полное прохождение. Пошел такой вал положительных отзывов, что... Так, что пишут? Доступ к которым, меню... Ладно, с этим мы потом разберемся. Сейчас мы проедем то, что мы уже проходили. Такой вал положительных отзывов, просьб пройти эту игру полностью, что я просто не могу уже отказаться. Конечно же, сделаем. Это будет интересно мне и, как я вижу, будет интересно вам. Ой, блин, как офигительно. Вы посмотрите, что я творю. Это же просто чудо какое-то. Короче говоря, пройдем игру полностью. Я не знаю, во сколько серий мы уложимся, но, по крайней мере, могу точно гарантировать, что эту игру вы увидите от начала и до конца. И так как первую серию я в основном пробегал по большей части, здесь я могу вам гарантировать, что я постараюсь посмотреть как можно более плотно каждую локацию. Но тоже циклиться на ней не буду, потому что это в результате может стать скучно. Так, сейчас меня попросят второй раз посмотреть условия. Ну-ка, параметры. Сказали, что при повторном изучении откроется сетевой режим. Так, я, похоже, второй раз в рабство. Так, отлично. Ну вот, я сделал. Ладно, вроде все нормально. Короче говоря, давайте двигаться дальше. Мы оказались в каком-то непонятном месте. Песок тут натурально течет. Сыпется оттуда и расползается по всей поверхности. Блестит, очень красиво. Но я опять не могу прыгать, так что мне нужно, видимо, оживить вот эти куски ткани. В результате станет лучше мне и, естественно, станет лучше им. Так, да вижу я, дорогой. Вижу. Ох, помощников сколько. Ой, я надеюсь, вы не видите то, что там вылезло у меня в краю, с краю экрана. Вы, по идее, не должны. Так, хорошо, как мне сделать, чтобы можно было выбраться отсюда? Так, секунду, я не знаю, что-то у меня какие-то окошки повылезали. Я на секунду свернусь и продолжим через буквально секунду. Продолжаем. Я не знаю, будет ли вам... Да вижу. Зовут и зовут, смотрите, да? У меня какие-то окна вылезли непонятные. Ну, короче говоря... Так, ты что, хочешь мне помочь? Или ты мне просто показываешь, что мне нужно туда идти? Ну, я уж понял. Напоминаю дельфинов поведением, да? Хорошо. И вон еще одну вижу. А тут их полно, там он вообще какая-то... Что это такое там летает вдалеке, я не пойму. Так, подожди. Привет. Да, вместе пойдем. Смотрите, у нее какой шарф длинный, я тоже такой хочу. У нее шарф круче моего. Это, я так понимаю, другой игрок. Хотя, возможно, и нет. Ну да ладно. Это, по-моему, как раз бегает другой игрок. Бесится маленько там. Давайте сходим. Забрал все мои платочки. Ребят, возьмите меня с собой. Кто-то просится в друзья. Кстати говоря, очень много людей просится в друзья, но... Ребят, я добавляю только тех, кого знаю. Уж простите меня за это. Блин, а песок-то натурально золотой. Ох, блин, как круто. Так, слава. Шикарно. Ну где, в какой игре еще такую увидишь, согласитесь? Это же просто обалденно. И под какую-то всю музыку. В этой ложбинке полезем. Супер. Интересно, в этой игре есть трофеи, то есть призы?
потому что мне за время прохождения еще ни одного не дали. Идеи должны быть. Я их, в принципе, не люблю, просто удивительно, как правило, играешь в новую игру и начинает вылезать всякое разное. А тут такого нет. Просто волнами песок идет. Ой, красота какая. Жидкое золото. Жидкое золото. Ёлы-палы. Блин, я просто счастлив. Как мало для счастья нужно. Просто в шоке. Так, а может мне туда спрыгнуть? Нет, я лучше поеду сюда, налево. Это что-то, блин, невероятное. В принципе, ничего не происходит, но, блин, как же это круто. Я не знаю, я сейчас прослежусь, наверное. Или прослезюсь. Ладно, нам татарам скидка. Это просто что-то с чем-то. Ой, блин, какая красота. Я заметил, вот уже на протяжении второй серии я не просто тупо втыкаю в экран, я сижу и улыбаюсь. По-моему, самое главное, что может подарить игра. Ой, так, а тут что-то. Тихо. Куда это попали? Блин, по-моему, просто прекрасно было. Здесь довольно мрачновато. Так, ну-ка, давайте попробуем. Кто же это такой или такая? Я вообще насчет пола тут не уверен. Ну, вроде как это женские персонажи. Да не суть, верно? Это типа электричество покинуло их цивилизацию, и поток свет везде. Пошла война, похоже, да? И что это? Сложно сказать. Или они просто какой-то другой энергией начали пользоваться. Плохой. Вообще, при прохождении этой игры чувствуешь себя первооткрывателем. Последний раз у меня такое чувство было, когда я играл первый Tomb Raider. То есть Uncharted, он, конечно, примерно в том же жанре, но там не было такого чувства непознанного. Там постоянно все это было замешано на слишком большом количестве экшена. Я нисколько не принижаю достоинство Uncharted, это, по-моему, просто шикарные игры. Просто такие заметки. Что-то в какое-то я совсем теплое место попал, но при этом так же красивое. Но не так по-теплому красивое, как только что было. Это скорее холодная такая красота. Давайте передвигаться от луча к свету, к лучу света. На самом дне похоже. Так, хорошо. Куда дальше? Скорее всего, вон туда. Так, там. Кто там? Так, давайте подождем. Там подружка бежит. Здравствуй. Иди ко мне. Вместе пойдем. Вдвоем-то веселее, верно? А, мы можем подпитывать друг друга энергией. Отлично. Какая помощь. А
что такое. Так, подружка. Подружка, говорю. Подружка у нас. А, уже обгнала, я хотел сказать, сзади. Подружка. Подружка. Подружка решила отдохнуть. Ну ладно, нам нужно двигаться дальше. Сложно сказать, живой это игрок был, или это запланированное событие. Так, куда же дальше? Похоже, нам нужно вон туда, к горизонту. Что-то там за ним светится. Так. Подружка, похоже, опять с нами идет. Держи тебе тепло. Ой. Это прям как будто водоросли. Шикарно. А, я на них могу подниматься. Так, понятно. Ребята, а нам похоже вон туда. Но это турельный океан. Странное место, надо сказать. Ой, это что такое? Что-то не особо приятные звуки слева, справа. Я тоже так умею. Что это за место такое? Какие-то истуканы огромные. Похоже на змей. Интересно, в игре есть вообще враги? Мне кажется, что нет, потому что игра маленько не про то. О, Акаки, это ты? Ох, твою мать! Все-таки есть в игре враги, да? Тихо. Так, подружка, ты мне поможешь? Что это было? Ну ничего себе. Пойдем. Пойдем к кедрине фене отсюда. Тут какая-то змеюка страшная. Мы скоро станем чьей-то добычей, по крайней мере, оно так думает. Какая бандура. Ну харе, ну что ж ты делаешь-то, мать твою за ногу. Ой, какое-то нехорошее существо. Надо уходить отсюда. Оно нам явно не радо. Так, тут мы сможем подняться? Нет, я, честно говоря, вообще ничего не вижу. Похоже, что нет. Каких только цветов нет песка в данной игре, да? Согласитесь. Так, сюда сейчас похоже. Ой-ой-ой. Тихо. Ой-ой-ой, какой кошмар. Я чё, погиб? Подружка, выручай. Чё-то мне нехорошо стало.
понятно, надо быть осторожным, значит, не попадать в этот лучший свет. Ой-ой-ой. Ощущение, что подружка меня специально поддерживает. То есть не для себя проходит, как живой человек, а пытается мне помочь. Может, кто из подписчиков зашел? Это было бы совсем смешно. Тихо-тихо-тихо. Подружка! Вставай, вставай. Надо бежать. Нам что, похоже, с ним воевать надо как-то, что ли? Я, честно говоря, не хотел бы, но похоже... А нет, нам вот сюда, наверное, надо двигаться. Ты где, дорогая? В темноте. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, валим. Подружка-то где? Ой, подружку сейчас убьют. Беги! Ты там как, живая? Блин, я за нее натурально волнуюсь. Я не думаю, что они могут нас убить. Хотя, наверное, могут. Но как бы там ни было, надо быть крайне осторожным. Так, это что такое? Блин, это что-то невероятное. Я совершенно не ожидал такого от этой игры. То есть я видел трейлеры, конечно. По трейлерам, согласитесь, вот совершенно не поймешь, что это за игра. Такую игру вообще вот сложно описать, на пальцах обрисовать. Любое описание будет так. Ой-о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 й. Ой, второй заметил. Бежим. Ой, бежим. Уф, что это было? Опять теплом пахнуло сразу. Так, подружка, ты где? Ты живая? Подружка? Будем надеяться, с ней все в порядке. Пора убираться из этого поганого места. Что ж, пора двигаться дальше. Что это у нас с халатиком? Что-то он маленько как-то не так трясся. Да ладно. Давайте посмотрим. Это напоминает какой-то бункер. Ну, конечно, если можно так сказать про эту игру. Насколько реалистично ткань развивается, да? Подружка-то там не появилась, кстати говоря. Нет, к сожалению. Я уже успел к ней привязаться. Вдвоем было не так страшно. Выход близок. Осталось понять, когда тут добраться. Я так понимаю, нам нужно идти на свет.
Прям очень много песка в этом мире. Явно с ним что-то нехорошее произошло. Тихо. Это что там за движение было такое? Понятно. Пока что они все взаперти. Я думаю, они нас и поднимут в итоге. Так, и, кстати говоря, подушка рядом, похоже, где-то. Судя по тому, что когда вот так экран поворачиваешь, видно, видите, там такой белесый. Значит, на нее указывает, как правило. Да, вон и подружка. Сейчас нам, возможно, он туда. Снизу прям как болото какое-то, туман. Так, он последний, похоже, остался. Что-то у меня такое ощущение, что на этих картинах показывают меня, то есть мое путешествие. Отлично. А это что такое? Это как медузы какие-то. А я как будто под водой? Понятно. Могу с тобой как-нибудь вместе подняться? Дружок, прокати меня. Так, вот с этим мне, похоже, что-то нужно сделать. Так, там уже кто-то, похоже... Похоже, моя подружка включила... вот эту штуку, да, вон она стоит. Молодца. Ой, это кто такой? Похоже на кита. Офигеть. Ой, не долечу. Так, кит, ты где? Похоже, на те катаемся. Ну что нам делать дальше? Нам, видимо, туда нужно добраться. Да, и через этот мост мы перешли. Вдвоем. Отлично, все выше и выше. Скоро мы выберемся из этого темного места. Выбираемся, ребят. Это радостно, по-моему. Да, и тут мы были. Да, это про нас, судя по всему, история. И это удивительно.
Так, ну что, почти выход. Хорошо. Да, вот тут мы только что были. И сейчас нас ждет какая-то буря, похоже. Мы уже подошли к подножию горы. Открылся. Ну что, дорогие подписчики, на этом, я думаю, мы завершим эту серию. В следующий пойдем дальше в нашем путешествии. Могу сказать, что эта игра просто шедевральна. Я уже могу это сказать со всей определенностью. Как бы там ни было, увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.